Даже сейчас сниму такое видео. Я никогда не обижаюсь, потому что я всегда прав. Балалам! Что за музыка? Да, на крыше еще, блин, не спали. Прям как исповедь. Исповедь рябы. Ну что? Ладно, расскажу чуть-чуть. Фруктовая диета — это, конечно, такой этап вообще в развитии сознания. Это вообще... Очень много динамично всего вокруг тебя происходит. Ты такой сам весь на динамике. Ничего лишнего в голове нет. Но это как следствие. Ты попадаешь в такие разные места. Мы попали на крышу. Очень видно.